Ой, девоньки, сейчас сон свой расскажу. Вчера это было. Вот сплю и вижу, как я плаваю, а к носу пузырь какой-то прицепился. Ой, не к добру это, думаю. И точно. Гляжу, за стеклом мешок с гамарусом. Да не мешок, а мешочище. И никого рядом нет. Это точно, такое только под Новый год случается. Ну, я давай к нему грести. Грибу, грибу, а никогда плыть не могу. Кусь его, кусь, а он не кусается. Ам его, ам, а он не амается. Сильнее давай грести, а уже и сил нет. Да что же это такое? Рот пошире разеваю, а схватить не могу. И тут прибегает соседка и кричит: «Дунька, очнись!» А я ее почти не слышу. В глазах туман и гамарусы. Очнулась я, а тут другая напасть приключилась. Но это уже надолго, так что без комментариев. Ну я пошла. Не забудь поставить лайк. Like.